все-таки она и моя внучка. Я тоже право голоса имею. Да, я с самого начала говорил, девка будет. Вот такую модель сделаем. А я говорю, в институт, и все тут. Правда, сынок? Эх вы, деда, нашли время спорить. Юристом она будет, поняли? Юристом. Вон они идут, смотрите. Показывай. Ну-ка, ну-ка, дай мне ее. Ну, здравствуй, богатырша. Ну-ну-ну. Красавица ты моя. Вообще твоя. Наша. Дедули! Ах ты, стерва! Ненавижу! Света, ты что творишь? Света, успокойся! Света! Успокойся, я говорю! Слизистые воспалены. Цвет кожи странный. Да может, он перепарился. Тогда уж сварился. И у девушки такие же симптомы. Только один раз я встречал нечто более странное в институте. Тогда только один человек смог определить причину смерти. Алло, Ягоза? Ренат? Конечно, помню. Разве я могу забыть своего спасителя? Что, теперь тебе нужна моя помощь? Ну, давай, рассказывай. У меня тут интересный случай. Как раз по твоей части. После банных процедур один труп и дамочка с галлюцинациями. Про отравление? Думал. Но чем? Дом обыскали. Результатов никаких. Чаю? Галь, мне только что звонил мой институтский приятель. У него на месте происшествия один очень интересный случай. Ну? Ну вот смотри. Вечер, баня, двое. Она и он. Еда, алкоголь, парилка. В результате он труп, она с галлюцинациями. Интересно. Источник яда не обнаружили ни в его личных вещах, ни в доме, ни в бане. Это может быть все, что угодно. Валь, давай напрямую. У нас каждое дело интересно. Им помощь нужна? Галь, ну ты же понимаешь, это может быть все, что угодно. От яда до нового наркотика. А у них лаборатории, сама понимаешь, какие. Пока не разберутся, что к чему, может быть, гора трупов. Так, значит, найденный здесь труп принадлежит Тарасову Степану Савельевичу, 1955 года рождения. А девушка эта с глюками Римма Герасимовна, 85 года рождения. Дочка, что ли? Если только она имя и фамилию поменяла. У Тарасова вообще-то есть дочка, Светлана. Да, Светлана зовут. А Тарасов у нас кто? Тарасов у нас юрист. Коллега? Я думаю, вряд ли бы Тарасов нас с тобой коллегами назвал. Мы с тобой кто? Рабочие лошадки пахотные, он. О, в свое бюро. Элита юриспруденции.
Так, судя по записям в протоколе, милицию вызвал сосед. Тарасова Андрей Матюкин. Услышал с участка дикие женские крики. Слушай, давай так поступим. Ты здесь закругляйся, а я пойду с этим соседом пообщаюсь. Вдруг что интересное вспомнит. Давай. Состояние кожи и слизистой отличается от большинства случаев отравления. Сейчас приступаю к вскрытию. Возможно, что-нибудь прояснится. Как все происходило? Ну что ж, я из города вернулся. Дверь открывал, чтобы машину запарковать. Услышал звон стекла. Решил, что показалось. Затем крик раздался, нечеловеческий. Я понял, со Степаном беда. Хорошенький мой. Ласковый. Я буду о тебе заботиться. Все будет... Степан мертв. Девица не в себе. Девица не в себе. Вы раньше эту девицу тут видели? Да вроде нет. Я милицию сразу вызвал. Потом Кристину, внучку, успокаивал. Кристина и ваша внучка? Мой сын Макс недавно развелся с дочерью Степана, Светланы. 3 года вместе прожили. И вот развод. Погодите, а, собственно говоря, сама Светлана, где она? Почему ваша внучка не с матерью? Мать? Да какая она мать? Так, одно название. У нее после родов психоз случился. Истеричка она, вся в мать пошла. Кто ж знал, что такая же история произойдет. Хорошо, хоть внучка Кристина утешение осталось. Погодите, какая история там... произошло? Да ее мамаша покойная тоже хорошей бабой была, пока не родила. А потом алкоголь, истерики. В общем, Степан в командировку уехал. И мы с Варварой, женой моей, обещали за Надей присмотреть. Не мог я другу тогда обо всем рассказать. Он не перенес бы. Я с гаишниками на месте тогда все вопросы решил. По документам получилось, что в тот день моя жена вела машину. Зря я так поступил. Очень зря. Так что же, вы про это Тарасову так ничего не рассказали? Рассказал. Пришлось. Когда поведение Светланы совершенно вышло из-под контроля. Передозировка Санти. Значит, все-таки наркотик? Да. В кровь попал через дыхательные пути. Санти – это курительная смесь. Их же запретили. Именно. В случае с Тарасовым действие Санти было усилено алкоголем, который он принял минут за 20 до смерти. И еще за полчаса до смерти между Тарасовым и Риммой Герасимовой состоялся половой акт. Алкоголь, секс. Может быть, наркотики тоже входили в эту развлекательную программу? И тут видишь, в чем дело. Дверь-то в баню не закрывается никак. Там ни замка, ни крючка, ни защелки. Входи кто хочешь. Спокойно со двора можно проникнуть. Вдруг сначала надо было как-то во двор попасть. Калитка и ворота при въезде милиции были заперты. Следов взлома не обнаружено. Тут можно было и через забор махнуть. Не проблема. А ты что там ковыряешься-то? Антонова звонила. Нужны соскобы со стен, из дымохода и из камней для экспертизы. Слушай, дай-ка мне, пожалуйста, пинцетик. Дай. Держи. Что у тебя там? Нашел какую-то ниточку, чего лохно. Подошьем к делу. Разберемся.
Меня вот какая мысль посетила. Посмотри, пожалуйста, в раздевалочку. Вот, а я сопроводиловку для экспертизы составлю. Угу. Угу. Ох, мои бумажки. Алло? Нет, Риммы сейчас здесь нет. Кто говорит? Старший лейтенант Амелина, Федеральная экспертная служба. Максим Матюкин. Понятно. Вам нужно срочно приехать в поселок Озерный, в дом Степана Тарасова. Произошло несчастье. Нет, нет, она пока жива. Ждем. Поселок Озерный, срочно! Брат, выручай, у меня невеста в беду попала, за любые бабки. Герасимова Римма. Имеется сын, Герасимов Антон Романович. Да искал я, Галь, искал. Нет в доме следов наркотика. Зато есть документы на опекунство Тарасовым своей дочери Светланы и внучки Кристины. Он опекун, да. А муж Светланы, бывший Макс, от ребенка отказался почему-то. Хватит сигналить, открываю. А, слушай, еще на столе у Тарасова я нашел платежечку о переводе в один из немецких госпиталей клиник. Большую сумму денег. В Мюнхен. Да, в Мюнхен. Все, давай, пока. Есть. В пробах с Каменки и из дымохода обнаружены частицы Санти и следы ароматического масла розмарин. И что это значит? Ну, что это значит? Это значит, что Санти мог быть растворенным в масле. И уже в таком виде попал на камни. Понимаешь? Не совсем. Ага. А волокно идентично материалу, из которого изготавливают садовые перчатки. И на нем обнаружены частицы Санти и следы масла розмарин. Вот и жировые, к сожалению, отсутствуют. Так. Что у тебя там с камнями? Допустим, масло с примесями Санти находилось на камнях. При нагревании масло медленно начинает испаряться. Налицо эффект газовой камеры. Оглушенные алкоголем люди сначала впадают в состояние эйфории, и когда доза вдыхаемого ими вещества становится критической, теряют ориентацию. Ничего себе! Так, похоже... Поужинать нам сегодня не удастся. Откуда столько? Вы что, по всему поселку собирали? Да на нашу беду Тарасов оказался огородником. У него там этих перчаток, во, и в парниках, и в сарае. Ну, а вас что нового? Ну, мы тоже не бездельничали вроде. Вот проверил перемещение Риммы за последнее время. В Мюнхен она летала 5 раз. На конверте из сумочки Риммы, где хранились деньги, я обнаружил потожировые и Риммы, и Тарасова. А на деньгах только Тарасова. Неужели Тарасов так дорого оценивает ее услуги? Может, не за семенами? Ведь она для него в Мюнхен летала. Здравствуйте, девушка. Я так понимаю, вы Светлана, дочь? Да, где Кристина? Где папа? Успокойтесь. Успокойтесь, Светлана, с ребенком все в порядке. А с папой? Что с папой? Подождите, где папа? Успокойтесь. Где папа, а? Успокойтесь. Где? Что ты? Вы можете мне ответить? Тихо, 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 ну, парни, тихо. Тихо, стой, 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 папа, папа, где вы? Где, стой, стой, стой. Все, в дом отведите, успокойте. Папа. И скорую вызови. Дееспособности лишили, а права не забрали. Ну, бардак. Галина Николаевна, волокно, найденное на месте преступления, не соответствует ни одним перчаткам из дома Тарасова. Значит, преступник унес перчатки с собой. Что еще?
На камнях, в волокне от перчаток, помимо самого Санти, были обнаружены следы ароматического масла. И, видимо, масло было добавлено в Санти, а убийца унес емкость с собой. В чем хранят такое масло? Ну, не знаю, в пузырьках, в колбочках таких маленьких. Флакончиках бывает, как от духов. Понятно. Значит, мы ищем перчатки и флакончик. Что-то еще? Да, разрешите. Интересная видеозапись из архива органов опеки. Светлана. Светлана. Вы могли бы мне ответить на несколько вопросов? Вы в состоянии? Скажите, пожалуйста, вы видели эту женщину? Она вам знакома? Света, вот это. Дрянь. Дрянь. Она спала с моим мужем. Дрянь! Я ненавижу ее, ненавижу, ненавижу, ненавижу! Меня Макс бросил из-за нее, из-за этой нервы, я могу! Алло, Максим! Она снова! Она убьет меня! Так, Юнош, ну-ка, постой. Не трогайте меня. Где она? Что с ней случилось? А ты кто такой? Такой шумный, а? Я Максим Матюкин. Где Рима? Я спрашиваю, что с ней случилось? А, Макс, ты бывший муж Светланы, так? Да, так. А при чем здесь эта истеричка? Я спрашиваю, что с Римой? Где она? Что с ней случилось? Рима в больнице. Так, постой, да тебя не пустят. Там врачи у нее за ней присмотрят. Давай поговорим лучше. Скажи-ка мне, ты в курсе был, что Рима и Тарасов были любовниками. Чего? Любовники? Да вы с ума сошли, какие они любовники? У Римы с моим тестем вообще ничего не было раньше. Это бред какой-то, вы с ума сошли, что вы несете? Так, дослушай. Дослушай. На теле Тарасова мы обнаружили следы Римы биологические. Я думаю, тебе не надо объяснять, что это значит. Ну да, это факт. Минут за 20 до того, как Тарасов умер, у них был половой акт. Акт? Мы же пожениться хотели. Зачем ты остановился? Понимаешь, я не говорил тебе раньше, я боялся. Скажу сейчас. У меня есть ребенок, девочка. И я бы очень хотел, чтобы ты с ней познакомилась. Не надо. Почему? О! Черт, а! Я просто не думал, что она будет здесь. Что происходит? Выходи, стерва! Выходи, слышишь меня? Открой дверь! Открой дверь! Открой, не слышишь меня? Я тебя запомнила! Слышишь меня, тварь? Я тебя запомнила! Макс! Макс, выходи! Выйди! Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты делаешь со мной? Что ты делаешь? Ты куда? Ты куда? Иди! Ты куда? А она тебя любит. Я тоже. Я любил ее. Понимаешь, я не виноват, что с ней такое происходит. Я все делал. Я до самого конца. Я пытался. Я спасал эту семью. Правда. Я не могу жить в сумасшедшем доме. Теперь я тебя люблю. Понимаешь? И
Я не могу позволить, чтобы этот сумасшедший, портил мою жизнь. Веселая семейка, значит, и зять, и тесть спали с одной и той же девушкой. Да, только один собирался на Риме жениться, а второй просаживал на ее услуги семейный бюджет. Есть из-за чего пожелать ее смерти. Светлана в ее состоянии способна на многое. Убить любовницу, чтобы вернуть мужа, например. С другой стороны, у Макса есть мотив. Хотел избавиться от конкурента в лице Тарасова за сердце Риммы. Или хотел отомстить обоим. Два подозреваемых и ни одной зацепки. Пробейте контакты Макса и Светланы. Не с неба же этот Санти свалился. Хорошо, Галина Николаевна. Нужно проверить все контакты Макса и Светланы. Уже. Из звонков Макса следует, что он и Римма действительно очень честно общались. По 5-6 звонков в день, не считая смс-ок. Но это фигня. Вот у меня след так след. Эзотерика? Чушь. Никогда ничего путного не бывает. Ну, знаешь, чушь не чушь, а Светлана этой темой очень интересовалась. Ну, дело даже не в том, что она... В чем? В том, что раньше, до запрещения, Санти продавался через этот сайт вполне себе официально. Ну, как через десятки таких же сайтов. Так вот, Светлана с давних пор общалась с администратором эзотерического магазина Денисом Романовым. И неоднократно заказывала у него экзотические цветки в горшках. В доме Тарасова нет никаких цветов. Вот именно. Нужно повторить заказ от имени Светланы. Сделать контрольную закупку. Уже. Господин Романов. Лейтенант! Давай понятых сюда! Вот это вот что такое? Потрудись мне объяснить. Слушай, мы нашли это у тебя в горшке цветочном при задержании. Что это такое? Понятия не имею. Да ну. Ты что же, с завязанными глазами работаешь? Это почему? Ну, я не знаю. Может, тебе так удобнее? Пойми, в этом пакетике экспертиза обнаружила твои отпечатки пальцев. Романов, не тяни процесс. Ты и так насадил, как слон в посудной лавке. Да что вы от меня-то хотите? Ну да. Продавал я. Клиенты-то остались. Матюхина была одной из заказчиц. Она попросила меня повторить заказ. Ну, дальше вы знаете. Угу. Хорошо, а вот тогда пролей мне свет. Флакон вот этот вот. Он для чего? Этот флакон настоящий раритет. Бешеных бабок стоит. А Матюхина просила меня достать для нее такой же. Ну, знаете ли, от таких заказов не отказываются. А Санти-то она у меня давно брала. А когда она первый раз заказ на флакон сделала? Ну, 2 месяца тому назад. Говорила, что день рождения у кого-то. Галина Николаевна, я выяснил. В Мюнхене, в частной клинике, куда Тарасовым был сделан денежный перевод, находится на лечении Антон Романович Герасимов. Сын Риммы Герасимовой? Подожди, а Тарасов что, его отец, что ли? Нет, в том-то и дело. Он просто дал деньги на операцию. Много. Но нужно было еще больше, на 10 тысяч евро. Конверт как раз с такой суммой был найден в сумочке у Риммы. Остается только выяснить, бескорыстно ли Тарасов помогал Римме, или это плата за услугу. Так, вы мне поможете? Помогу. Это невозможно, Я уже думала, что ничего нельзя сделать. Перестань. Мир не без добрых людей. Ну так получилось. У меня есть деньги, тебе они нужны. Спасибо. Вы даже не знаете, как я вам благодарна. Знаю, знаю. Кто это? Это сын Риммы. Сын Риммы? Она никогда не говорила, что у нее есть сын. А она многого вам не говорила. Так она же уговорила меня отказаться от дочки. Как она могла? У нее же самой есть ребенок. Сын Риммы тяжело болен.
Возможно, она спасала его. Я тебе помогу. Но и ты мне поможешь? Попался. Кто? Наш Матюкин. Интересовался антиквариатом. И вот. Ничего себе. Самое интересное вот здесь. Светлана Степановна, несколько месяцев назад вы приобрели вот этот вот флакон. Узнаете? Как он оказался у Андрея Григорьевича Матюкина? Я ненавижу его. Он клеветал на меня. Чернял меня перед Максом и перед папой. Он хотел отобрать у меня Кристину, меня поместить в лечебницу для душевнобольных. Стёпка, я надеялся, что ты меня поймешь. Я не хотел ранить твоих чувств. Теперь ты для меня не оставляешь выбора. Неужели ты не видишь, что Светка совсем выжила из ума? Она и тебя доведет, и ребенка угробит. Я не хочу об этом говорить. Ты преувеличиваешь. Я преувеличиваю? До сих пор я только преуменьшал. И вот до чего это довело. Мы оба овдовели по вине твоей Надьки. Ведь это она тогда сидела за рулем. Заткнись, Степа, выслушай. Ведь мы с тобой друзья, помнишь? Нельзя, понимаешь, нельзя рисковать жизнью Кристины. Свете лечиться нужно. Пойми, она больна. Твоя жена тоже была больна. Тогда это привело к трагедии. Уходи! Степа. Пан из моего дома! Как знаешь, я тебя предупредил. Но на этом я не остановлюсь. Я заберу у Светы ребенка. Я добьюсь, чтобы мой сын воспитывал Кристину. Ты заплатишь за это. У него в доме постоянно пахло благовониями. Да тошноты пахло. Тогда я придумала, как от него избавиться. Ты здесь подожди, Светочка. Я ее сейчас принесу. Я смешала с Анти пополам с маслом розмарина. День его юбилея разрешил ему свидание с внучкой. Моя родная. Я хотела любой ценой сохранить Кристину при себе. Но за вашими действиями ничего не последовало. Я все ждала, ждала, но ничего не происходило. А потом папа оформил опеку надо мной, над Кристиной. И я просто перестала об этом думать. Что там с контактами этого Матюкина? В течение прошлого месяца Матюкин неоднократно связывался с врачом-наркологом. И, кстати, брал отпуск на работе на все это время. Ну-ка, дай-ка мне адрес этого врача. Алло, Сереж, записывай. Максим, прости меня за все. Тихо, тебе сейчас нельзя волноваться. Нет, я хочу, чтобы ты понял. Это важно. У меня никого нет в этой жизни, кроме Антона и кроме тебя, Максим. Я тебя по-настоящему полюбила. Я по-настоящему хотела быть твоей женой. Если как ты решишь, Рим. Я пойму. Я предала тебя. Но я тебя очень-очень люблю. Галя? Да-да. Я допросил врача, как мы и предполагали. Матюкин все-таки попробовал подарок Светланы. Танцуй! Танцуй!
здесь? Что происходит? Не хочу. Еще рано. У меня же воздух, тогда танцуй! Быстрее! 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 Бежи, танцуй! Бежи, танцуй! Быстрее! В общем, врач оказал ему первую помощь и уговорил Матюкина взять отпуск. И наблюдал за его состоянием еще в течение месяца. Интересно, почему же он никуда не заявил? Возможно, он подумал, что это дело рук Тарасова, и решил разобраться сам. Ну, в таком случае у него это получилось. А подозрение он потом умышленно навлек на Светлану. Что-то мне подсказывает, что в доме Матюкина мы найдем много чего интересного. Вот что, уезжай туда с постановлением на обыск, и если я права, мы сегодня же раскроем дело. Есть. Главночки, понятые, обратите внимание, мы с вами обнаружили остатки недогоревших садовых перчаток. И стекло неизвестного происхождения. Вуаля! Дамы и господа, перед вами индийский флакон из редкого вида стекла с вкраплениями серебра примерно конца 19 века. Красивая вещица. Кто бы мог подумать, что в такой красоте будут хранить яд. Да, убийственная красота. И поднялась же рука. Я тоже закончила. На уцелевшем фрагменте перчаток обнаружили следы Санти. И что бы ты думал? Протежировые, Матюкина. Он пытался меня убить. Ошибаетесь. Тарасов тут ни при чем. Светлана подслушала разговор между вами и Тарасовым. Нет. Не может быть. Как? Вы убили своего друга, даже не попытавшись разобраться, кто виноват и что с этим делать. Мне пришлось серьезно лечиться. Я был уверен, что это Степан. Он безумно любил Кристину. Он бы на все пошел. А получается, что на все пошли вы. Когда я узнал о том, что Макс подписал отказ от девочки, я вот просто не поверил. Я был уверен, что без Степана здесь не обошлось. Я с ним работаю не первый год и знаю о его методах ведения дел. Я не мог позволить, чтобы воспитанием моей внучки занимались эти моральные уроды. Могу вас утешить. С методами Тарасова чутье вас не подвело. Ну, а теперь, Имочка, давай поговорим о том, как ты можешь мне помочь. Как? Разве то, что сейчас было, я думала, это и есть? Ты даешь. Вот женщины. Каждая из них думает, что их услуги бесценны. Тогда что? Мне нужен ребенок. Какой ребенок? Моя внучка Кристина. Поговори с Максом о том, чтобы он отказался от родительских прав. Но как? Подумай. Ну, а это для того, чтобы ты поняла, что я тебя не кинул. Это не все. Но хватит, чтобы начать лечение твоего сына. Начать не значит завершить. Это понятно? Да. Вы хоть понимаете, что своими действиями оставили внучку сиротой? Теперь-то вы уж точно ее долго не увидите. И воспитывать девочку придется кому-то другому. Делайте со мной, что хотите. Я это заслужил. Только не отдавайте Кристину Светлане. Если девочка попадет в хорошие руки, значит, я не зря за нее боролся.